Всем привет! Если вам нравится сериал «Постучись в мою дверь в Москве», ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. А перед началом анонса хочу поблагодарить всех подписчиков и зрителей за просмотры, лайки и комментарии. В новой серии Сергей заметит изменения в поведении и состоянии Саши, и он подумает, что она ждет ребенка. А сама Саша никак не комментирует происходящее, и это очень злит Сергея. Помимо личных проблем, возникают серьезные трудности и на работе. Журналисты быстро подхватывают новость, и репутация всей компании стоит под сомнением. Сергей сильно переживает и ищет выход, чтобы спасти компанию. Он еще не знает, что все это было спланировано заранее, и, скорее всего, это дело рук Руслана, который действует по указке бабушки Саши. Саша поняла, что Сергей не виноват в том, что случилось на стройке, поэтому она решает ему помочь. Ей удается найти ошибку в чертежах, а также понять, что кто-то их подменил. Сергей и Саша, расспросив всех коллег, поняли, что это все-таки дело рук Руслана. Но есть еще двое, кто мог бы приложить руку к этой подставе. Это Алина и Обухов. А вы как думаете, кто подставил Сергея? Напишите свое мнение в комментариях. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.